Друзья, добрый день! Сегодня 5 ноября 2020 года. Ну, хотел сказать в поддержку сразу народного контроля свои слова. Вчера посмотрел в Инстаграм такие комментарии. Это соловьиный помет есть такой, знаешь, Соловьев. Но это Соловьев курит в стороне. Пишут, не буду дословно говорить, просто своими словами несколько. Пишут, что группа народного контроля, банда, типа банды уже. А там всего лишь 10 пенсионеров, наверное. Типа захватили ООО какой-то. Ну, я своими словами. Это типа депо. Это на конечной, где трамвай вот эти вот. Вот. Ну, ребята принесли туда, эта группа, написать заявление, опровержение, типа... чего-то. Ну, их было там, наверное, человек 10, все пенсионеры, типа меня. И там пишут, что окружили здание, вы представляете, это здание окружить 10 человек. Ну, это что, туалет окружили, что ли, они? 10 человек. Такое здание. И не пускали там полицию, и устроили дебош. Ну, это полностью, полное вранье. Так что сейчас идет борьба антимасочников с масочниками. Да, вы посмотрите на канале «Хватит врать» полную версию. Какие они агрессивные, эти масочники. У них крыша едет. А к чему я говорю? К чему? Сейчас ходил в аптеку. Ну, в общем, вечером ходил в аптеку. Здесь одна, вторая. Ну, и там дальше их много здесь аптек. Вот, зашел в аптеку купить. Мне надо сделать укол. Вот. Антисептик. Тампончики у меня есть. Поставить мне цитозар. Я сам себе ставлю. Я на дневном лечении. И купить ацикловир. На губе соскочил. Походу этот герпес. Ну, в первой аптеке зашел. Не продали. Говорит, задень маску. Я говорю, я не буду одевать маску. Я их, во-первых, не ношу. Во-вторых, у меня герпес. Я неизвестно, что я одену, если даже у вас куплю. У них, видел, лежали в продаже маски. Может быть, еще какая зараза. И начал с ней диалог. Она кричит, я сейчас нажму на кнопку, вызову полицию. Ну, в общем, я не стал спорить, не включая камеру. Сказал, лечи голову, шприц себе в голову побольше, чтоб торчал, и ушел. Тут же перехожу во вторую аптеку. Во вторую аптеку такая же система. Оденьте маску. Я не продам. А я говорю, а у вас есть маска? Нету масок. А если бы маску без маски продали, она, я бы уже вам не продала. Но предложила мне шить, вы бы шили себе маску. Ну, дурочка включила, вот. Ну, неадекватная, ясное дело. Воспаленная, воспаленный мозг, потому что он кислорода не получает. Ну, и у нас диалог пошел там. Ну, и тут же подошла женщина. Намордник у ней. Нос открытый, я стоял, записывал, посмотрел, ну, запись сделал. И говорю, а вот вы же обслужили ее, то есть в наморднике, но он на бороде. Где логика? Ну, и вот она на меня там опять понесла пургу. Какую-то, ну, неадекватность. Ну, я давай с ней шутить там, так. Я вижу, не получается у нас диалога. Ну, в общем, я ролик этот приложу сейчас к моей записи, посмотрите. Да, еще вчера был Мария Ра, там тоже видеоролик есть. Вот, что мне возмутило, значит, стоял парень с девушкой, она без маски. А может быть, что-то купить хотела. Наденьте маску, та девушка волос опустила, надо было мне ее остановить и ушла. И тут меня возмутило, и я начал... Говорю, а почему вы так указываете, приказываете людям одевать намордники, если вы стоите с органом, с открытым носом, да и ртом даже, по-моему, не на бороде. Ну, у нас там получился типа диалог. И там мужчина стоял, одень маску мне, одень, на меня кричит, тоже неадекватный. Вот. Ну, я ему говорю, присядь 3 раза. Ну, на этом диалог у нас закончился, ну, я выключил камеру.
Вот, я не знаю, приложите этот ролик. Да я думаю, не надо, найдете вчерашний выпуск мой, небольшой такой короткий ролик. Ну, еще раз говорю, поддержку группы народного контроля. Спасибо вам, таких мало нас. Вот. А, я сказал или нет, я пошел в другую аптеку, купил ацикловир в адекватной аптеке, в аптеке в адекватной, и то, что надо. Не знаю, говорил, нет, то, что уже путаются мысли. Ну, в общем, приятного просмотра. Еще раз поддерживаю группу народного контроля, всех адекватных людей, антимасочников. Ну, иду в аптеку, хотел взять мазь, у меня гербис соскочил. Вот, в губе отказали в одной аптеке. Угрожала сразу, вызвал полицию. Я ей говорю, а вам указ был полицию вызывать. Вы геноцид, блядь. Сейчас попробую. Не злые, как волки. Добрый день. Чего? Да у меня герпес соскочил, мне нельзя. Девушка, мне нельзя, видите? Вы заканчивали медицинское или что-нибудь? Да я один живу, кто сошьет-то? Да вы что? Я модистка. Ой, вы советуете. Вы меня обслужите, пожалуйста. Почему вы не имеете, не обслуживаете? Девушка, что у вас в головах, вообще не пойму. Вообще, что у вас в головах творится, я хочу понять. Что вам долбили в голову? Вы ответьте мне. Я вот пытаюсь понять. Буду писать диссертацию на ваши головы. Обязательно. Вот он, видите? Вот на губе. Ну я сказал вам, у меня губа болит. Ну вот, болячка. Ну вы же не врач. Ну вот. Ну где герпес? Ну покажите, пожалуйста. Мне нужен спирт еще. Мне уколнат поставить. Спирт у вас не бывает. Ну этот. Как его? Антисептик. Антисептик нету. Нет. Ну вы сказочники. Я не сказочник, это вы сказочники. Аж засмеялись, да? Да мне смешно от вашего герпеса. Вы вроде мужчина, но такие сказки стоите, рассказываете. Ну вот, губа болит. Ну, да вы хоть вот туда прикусываетесь. Ну где герпес? Ну покажите. Ну что? Ну что? Ну вот, видите? Ну, где? Ну, вот. Вижу, где? Ну давай десна поцелуем. Давай десна. О, ну мужчина, ну правда. Вот вы мужчина вроде, видно-то. Да я смотрю. Вы тоже одень маску, значит, дам. Нет, у меня такого даже нету, честно. Ну а что? Значит, дам, кстати. Одень маску, ага. Где? А что, на аллергию справку надо? Нет, да вы сказали, что у вас на зубе? Нет. Ну я же сказал вам, а вы не поверили. Ну надо, чтобы видно было, завтра будет. Не помажу ацикловиром. Так, ну давайте мне ацикловирчик. Коль на копейке, ага. Что? Ну а на каком потом? Положение мне интересно. Мне надо. Сейчас, минут 2 молока. Котетика и микроволновка. Да. Не, а это
А на морде как? Вот так носить надо, да? Или на бороде? Или на бороде можно, чтобы отметиться. Ага. А вот лежат было где-то. Где? Нету. А почему нету? А маску можно купить без? Ну, давайте, а маску без маски можно купить? Конечно. А почему? Ну, а если бы не закончились? Видите, дыхательные пути открыты, вы продали. Их штрафуют за то, что они без маски отпускают. А кто их штрафует? Ну, кто их штрафует? Работодатель, кто? А, ну, чтоб зарплату им не платить, да? А больше ж никто. А при чем здесь платить, не платить, если работодателя тоже штрафуют за то, что они без маски? Не видел, не слышал, чтобы штрафовали. Камеры. Ну, как не слышали? Да не слышал я, ни один не показал квитанцию. Ну, мне тоже не нравится. Маски ходить, но мне здесь. Ну вам выносите, можете две, потом третья волна будет, три можете ходить. Я говорю, мне не нравится в маске ходить, лучше кушать и что вам. А, не нравится? Да, конечно. Не боретесь за свои права, да? Так а если бы были маски, вы бы продали? Нет. А так бы продали без маски? Не знаю. Без маски, маску. Продать без маски, без маски, ну как? Без маски маску бы продали? Да нет, конечно. А что так? Все выгоняют, хочется разговаривать. У вас же время есть. Да. Герцик ваш не. Ну ладно, тогда давайте вам шприц в голову побольше с вакциной, чтоб торчал. Лечите голову.